Mr. President, thank you. On February 22, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. And to American ears, that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. How did you conclude that? Да, дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Here's the quote. Thank you. It's a formidable serious talk. Так вот, это серьезный разговор. Но поскольку у вас базовое образование историческое, насколько я понимаю, да? Yes. Тогда я позволю себе просто 30 секунд или одну минуту маленькую историческую справку. Да? Вы не против? Please. Вот смотрите, с чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась, Украина? Российское государство стало собираться как централизованное, и это считается годом создания российского государства, 862 год, когда новгородцы, есть такой город Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов, 862 год. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвященный тысячелетию страны. В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял по сути функцию регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер в это время, к этому времени, пришел в Киев, отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика. И таким образом Россия начала развиваться, имея два центра – в Киеве и в Новгороде. Следующая очень значимая дата в истории России – 988 год – это крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства, восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное российское государство. Там, почему? Единая территория, единые хозяйственные связи, один язык и после крещения Руси одна вера. И власть князя. Начало складываться централизованное российское государство. Но в силу разных причин, после введения престола наследия, в древние тоже времена, в средние века, Ярославом Мудрым, чуть-чуть попозже, после того, как он ушел из жизни, престола наследия было сложным, передавалось не напрямую от отца к старшему сыну, а от ушедшего из жизни князя, его брату, потом сыновьям по разным линиям. Все это привело к раздробленности Руси, единого государства, которое начало складываться как единое. Привело к раздробленности. Ничего особенного в этом нет, то же самое происходило в Европе. Но раздробленное русское государство стало легкой добычей той империи, которую создал когда-то Чингисхан. И его преемники, хан Баты, пришли на Русь, разграбили практически все города, разорили их. Южная часть, где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность. А северные города, они сохранили часть своего суверенитета. Платили дань в Орду, но часть суверенитета сохранили. А потом в центре, в Москве, начало складываться единое российское государство. Южная часть русских земель, включая Киев, оно начало постепенно тянуться к другому магниту, к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество.
Его даже называли литовско-русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства. Они разговаривали на древнерусском языке, были православными. Но затем произошло объединение, уния Великого княжества Литовского и Польского королевства. Через несколько лет спустя еще одна уния была подписана, уже в духовной сфере. И часть православных священников подчинилась власти Папы Римского. И таким образом вот эти земли оказались в составе польско-литовского государства. Но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения. Язык внедряли туда свой. Стали внедрять идею о том, что это не совсем русские. Что поскольку они живут у края, они украинцы, а первоначально слово «украинец» означало, что человек живет на окраине государства, у края. Или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы. Ну так вот, поляки всячески ополячивали и, в принципе, относились вот к этой части русских земель достаточно жестко, если не сказать жестоко. Все это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права. И писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав, с тем, чтобы сюда присылали, в том числе в Киев, присылали людей. Pardon, can you tell us what period? I'm losing track of where in history we are. Это было в 13-14 веке. Вот, в 13 веке. Это было в 13 веке. Значит, и я сейчас скажу, что было дальше, и назову даты, чтобы не было путаницы. И в 1654 году, чуть раньше даже, люди, которые контролировали власть вот в этой части русских земель, обращались в Варшаву, повторяюсь, с требованием, чтобы присылали к ним направление людей русского происхождения и православного вероисповедания. А когда Варшава им, в принципе, ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала себе. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима? Дай-ка. Вот. Я вам отдам вот эти документы. Well, it doesn't sound like you're inventing, and I'm not sure why it's relevant to what happened two years ago. Но все-таки это документы из архива, копии, где письма, здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Есть копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, ну, переведете и потом на английский язык. Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходило из того, что начнется война с Польшей. Все-таки в 1654 году Земский собор, это был представитель органа власти древнерусского государства, решение было принято. Эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства. И, как и предполагалось, началась война с Польшей. Она шла 13 лет, потом перемирие было заключено. А всего после заключения этого акта 1654 года, через 32 года, был заключен мир с Польшей. Вечный мир, как так было сказано. И вот эти земли, все левобережье Днепра, включая Киев, отошла к России. А все правобережье Днепра осталось за Польшей. Затем, во времена Екатерины II, Россия вернула все исторические земли свои, включая юг и запад. Это все продолжалось до революции. Да, а вот перед Первой мировой войной
воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Ну, все понятно для чего. Потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа украинцев, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом. Возникли и теоретики независимости Украины уже в XIX веке, которые говорили о необходимости независимости Украины, но, правда, все эти столпы украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией. Они на этом настаивали. Вот. Но, тем не менее, после революции 1917 года большевики старались восстановить государственность. Развернулась гражданская война, в том числе и с Польшей. Был подписан мир с Польшей в 1921 году, по которым западная часть на правом берегу Днепра опять отошла к Польше. В 1939, после того, как Польша посотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал, все документы у нас в архивах есть, предлагал с Польшей заключить мир, договор о дружбе там и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцинский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и с Восточной Пруссией, а после Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Вот Гитлер упрашивал их отдать мирно. Поляки отказались, но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии. But may I ask you, you're making the case that Ukraine, certainly parts of Ukraine, eastern Ukraine, is in effect Russia, has been for hundreds of years. Why wouldn't you just take it when you became president 24 years ago? You have nuclear weapons, they don't. If it's actually your land, why did you wait so long? Да, сейчас скажу. Я же заканчиваю эту историческую справку. Сейчас скучная, может быть, но она многое объясняет. It's not boring. I just don't know how it's relevant. Ну, отлично. Тогда мне очень приятно, что вы так это оценили. Спасибо большое. Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии. Но поскольку не отдала Данцинский коридор, все-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Кстати, Советский Союз вел себя, я читал архивные документы, вел себя очень честно. И Советский Союз просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии. Но устами тогдашнего министра иностранных дел Польши было сказано, что если даже советские самолеты полетят в сторону Чехословакии через территорию Польши, они будут сбиваться над территорией Польши. Но не важно. А важно то, что война началась, и теперь уже сама Польша стала жертвой той политики, которую проводила в отношении Чехословакии. Потому что по известным протоколам Молотова-Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории. После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом. А Польша в порядке компенсации, так надо полагать, получила западные исконно германские территории.
это западная, восточную часть Германии, часть земель. Это западные районы Польши сегодня. Ну, естественно, и опять вернули выход к Балтийскому морю, опять вернули Данциг, который опять стал называться по-польски, да? Вот таким образом сложилась вот эта ситуация. И при формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор, которая до сих пор вообще не существовала. При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И тоже по непонятным причинам наделил образующуюся Советскую Украину землями, которым люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской ССР. В том числе все Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II, и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имели. Даже если мы вспомним, назад вернемся, 1654 год, когда эти территории вернулись в состав Российской империи, там было 3-4 современных области Украины. Никакого Причерноморья там и близко не было. Просто не о чем было говорить. In 1654. You obviously have encyclopedic knowledge of this region, but why didn't you make this case for the first 22 years as president that Ukraine wasn't a real country? Да, итак, значит, Советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели. Прежде всего, при Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссии. Вот. Но это не важно. Важно то, что вот Ленин, основатель советского государства, создал Украину именно таким. Такой. Значит, и вот это все в течение многих десятилетий в составе СССР, Украинская ССР развивалась, и большевики тоже по непонятным причинам занимались украинизацией там. Ну, не только потому, что там выходцы были с Украины в руководстве Советского Союза, но в целом была такая политика, коренизация она называлась. Это касалось Украины и других союзных республик. Внедрялись национальные языки, национальная культура, что в целом, в принципе, конечно, и неплохо. Но таким образом создалась Советская Украина. А после Второй мировой войны они получили еще, Украина получила еще часть не только польских до войны территорий, сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территории забрали. И они, эти территории, вошли в состав Советской Украины. И до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что в этом смысле, конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. Do you believe Hungary has a right to take its land back from Ukraine? And that other nations have a right to go back to their 1654 borders? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они имеют на это право вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно. Have you told Viktor Orban that he can have part of Ukraine? Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что, конечно, венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину. Больше того, я сейчас вам расскажу очень интересную историю, отвлекусь. Это личная история.
Я, значит, где-то в начале 80-х годов на машине из тогдашнего Ленинграда, из Петербурга, поехал просто в путешествие по Советскому Союзу. Через Киев. В Киев заехал, а потом поехал на Западную Украину. Въехал в город Береговое, называется. А там все названия городов, поселков на русском и на непонятном для меня языке, на венгерском. На русском и на венгерском. Не на украинском. На русском и на венгерском. Приезжаю в какой-то деревне. Возле домов сидят мужчины в тройках, в черных костюмах, тройках. И в цилиндрах в черных. Я говорю, ты что, артисты какие-то? Мне говорят, нет, это не артисты никакие, это венгры. Я говорю, а что они здесь делают? Как чего? Это их земля, они здесь живут. Все названия. В советское время, 80-е годы, у них сохранился, они сохраняют венгерский язык, названия, все костюмы национальные. Они венгры и чувствуют себя венграми. И, конечно, когда сейчас происходит ущемление... Well, Adam, that is, and there's a lot of that, though. I think many nations are upset about Transylvania as well, as you obviously know. But many nations feel frustrated by the redrawn borders of the wars of the 20th century and wars going back 1,000 years, the ones that you mentioned. But the fact is that you didn't make this case in public until 2 years ago, February. And in the case that you made, which I read today... You explain at great length that you felt a physical threat from the West in NATO, including potentially a nuclear threat, and that's what got you to move. Is that a fair characterization of what you said? Я понимаю, что поскольку мои длинные диалоги, они, наверное, не входят в такой вот жанр интервью, поэтому я вначале вас спросил, у нас будет серьезный разговор или шоу? Вы сказали, что серьезный разговор, так что не обижайтесь на меня, пожалуйста. Ну так вот, мы подошли к тому моменту, когда была создана Советская Украина. Потом 1991 год, развал Советского Союза. И все, что Украина получила в подарок от России, с барского плеча, она утащила с собой. И в целом, вот я подхожу сейчас к очень важному моменту сегодняшнего дня. Ведь этот развал Советского Союза, развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России. Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России, но подозреваю, что из нескольких составляющих несколько там было причин думать, что все будет хорошо. Первое. Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной, фактически общий язык, там 90% с лишним говорили на русском языке, значит, родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи. Общая культура, общая история, наконец, общая религия. Все это настолько фундаментальные вещи, общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий. Все это такие фундаментальные вещи. Экономика очень сильно взаимосвязана. Значит, все это лежит в основе неизбежности наших добрых отношений. Первое. И второе очень важное. Я хочу, чтобы вы, как американские гражданины, и чтобы ваши слушатели, зрители об этом тоже услышали. Прежнее российское руководство исходило из того, что Советский Союз прекратил свое существование. Больше никаких разделительных линий идеологического характера не существует. Россия добровольно и инициативно пошла даже на развал Советского Союза. И исходит из того, что это будет понято так называемым уже в кавычках, цивилизованным Западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. Вот чего ожидала Россия. И от Соединенных Штатов, и от так называемого коллективного Запада в целом. Были умные люди, в том числе и в Германии. Эгон Бар был такой крупный политический деятель социал-демократической партии, который настаивал лично в разговорах с советским руководством перед развалом Советского Союза, говорил, что нужно создавать новую систему безопасности в Европе. Нужно помочь объединиться Германии, но
создать новую систему, куда будут входить Соединенные Штаты, Канада, Россия, другие центральноевропейские страны. Но не нужно, чтобы НАТО распространялось. Он так и говорил, если НАТО будет распространяться, все будет то же самое, как в условиях холодной войны, только ближе к границам России. Вот и все. Умный был дед. Его никто не послушал. Никто не послушал. Больше того, он рассердился как-то. Ну, тоже в архивах у нас разговоры лежат. Если, говорит, вы меня не будете слушать, я больше в Москву никогда не приеду. Рассердился на советское руководство. Ну, он был прав. Все так и произошло, как он сказал. Но, тем не менее... Well, of course, it did come true. And you've mentioned this many times. I think it's a fair point. And many in America thought that relations between Russia and the United States would be fine with the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War, that the opposite happened. But you've never explained why you think that happened, except to say that the West fears a strong Russia, but we have a strong China the West does not seem very afraid of. What about Russia do you think convinced policymakers they had to take it down? Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что Россия 150 миллионов человек, а в Китае 1.5 миллиарда. И экономика Китая развивается семимильными шагами, 5 с лишним процентов в год, было еще больше, но этого для Китая достаточно. Right. И поэтому потенциал, Бисмарк когда-то говорил, главное – это потенциалы. Потенциал Китая колоссальный. Первая экономика в мире сегодня по паритету покупательной способности, по объему экономики. Уже обогнали Соединенные Штаты достаточно давно. И темпы растут. Но сейчас не будем говорить, кто кого боится. Мы не будем, давайте, рассуждать такими категориями. А поговорим о том, что после 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда-то говорю «вы», не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло 5 раз, 5 волн расширения. Ну, мы все терпели, все уговаривали, говорили «не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет ни власти коммунистической партии, давайте будем договариваться». Больше того, я тоже уже говорил об этом публично, ну, сейчас ельцинское время возьмем, наступил был момент, когда, как бы, когда серая кошка пробежала. Вот до этого Ельцин ездил в США, помните, выступал в Конгрессе и говорил замечательные слова «God bless America». Да? Он же все это сказал. Это же были сигналы. Ну, пустите нас к себе. Нет, когда начались события в Югославии, сразу до этого Ельцина нахваливали. Как только события в Югославии начались, а когда он поднял голос за сербов, а мы не могли не поднять голоса за сербов в их защиту. Я понимаю, там были сложные процессы. Понимаю. Но Россия не могла не поднять голоса за сербов. Потому что сербы – это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура и так далее. Ну, такой многострадальный народ в течение поколения. Но не важно, а важно то, что Ельцин высказался в поддержку, что сделали Соединенные Штаты. В нарушение международного права, устава ООН, начались бомбардировки Белграда. Соединенные Штаты выпустили этого джина из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право. Но тогда начали говорить, что устарело все. Надо все менять. Действительно, кое-что надо менять, потому что баланс сил изменился. Это правда. Но не таким образом. Но тем не менее. Да, кстати, сразу Ельцина начали обливать грязью, указывать на то, что он алкоголик, ничего не понимает, не смыслит. Все он понимал и все смыслил. Я вас уверяю. Значит, ну хорошо, я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все это, югославская тема прошла, но надо попробовать восстановить отношения. Все-таки вот эту открыть дверь, в которую Россия пыталась пройти. И больше того, я же публично говорил об этом, могу повторить. На встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном, вот здесь вот, рядом, в соседнем помещении, я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?
Вдруг он сказал: ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своей командой. Не-не, это сейчас это невозможно. Можете спросить у него? Да я думаю, наше интервью услышит, подтвердит. Я бы никогда не стал чего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно. Were you sincere? Would you have joined NATO? Послушайте, я задал вопрос. Возможно ли это или нет? Yes. И получил ответ нет. Если я был неискренним в своем желании выяснить позицию руководства... But if he had said yes, would you have joined NATO? Если бы он сказал «да», начался бы процесс сближения. И в конечном итоге это могло бы состояться. Если бы мы увидели искреннее желание партнеров сделать это. Но этим не закончилось. Ну нет, так нет. Ладно, хорошо. Давайте будем... Why do you think that is? Just to get to motive. I know you're clearly bitter about it. I understand. But why do you think the West rebuffed you then? Why the hostility? Why did the end of the Cold War not fix the relationship? What motivates this from your point of view? Вы сказали, что я испытываю горечь от ответа. Нет, это не горечь, это просто констатация факта. Мы же не жених и невеста. Горечь, обида – это не те субстанции, которые в таких случаях имеют место быть. Просто мы поняли, что нас там не ждут, вот и все. Хорошо, ладно, но давайте будем выстраивать отношения по-другому. Будем искать точки соприкосновения. Почему мы получили такой негативный ответ? Это вы спросите у своих руководителей. Я же не могу за них. Я могу только догадываться, почему. Слишком большая страна, со своим мнением и так далее. А Соединенные Штаты, ну, я же видел, как решаются вопросы в НАТО. Я еще один из примеров сейчас приведу, касающийся Украины. Руководство США нажало, и все члены НАТО послушно голосуют. Даже если им чего-то не нравится. Сейчас я скажу в этой связи, что происходило с Украиной в 2008 году, хотя это обсуждается уже, здесь ничего нового я вам не скажу. Тем не менее, значит, потом, после этого, мы пытались по-разному выстроить отношения. Ну, например, события были на Ближнем Востоке, в Ираке. Значит, мы очень мягко, спокойно выстраивали отношения со Штатами. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе. Я однажды со своим коллегой, тоже президентом США, я поднял этот вопрос, он говорит: ну не может быть, у тебя есть доказательства? Я говорю: да. Я был готов к этой беседе и дал ему это доказательство. Он посмотрел и знаете, что сказал? Ну, я прошу прощения, да, но так было. Я процитирую. Он говорит: ну я им надеру жопу. Значит, мы ждали ответа, ответа не было. Я говорю директору ФСБ: ну ты в ЦРУ-то напиши, как результат какой-то есть, разговор с президентом. Написал раз, два, а потом получили ответ. У нас лежит ответ в архиве. Из ЦРУ пришел ответ. Мы работали с оппозицией в России, считаем, что это правильно, и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно, мы поняли, что разговора не будет. Forces in opposition to you. So you're saying the CIA is trying to overthrow your government. Ну, конечно, имелось в виду в данном случае сепаратисты, террористы, которые воевали с нами на Кавказе. Вот о ком шла речь. Они их называли значит, оппозицией. Это вот второй момент. Третий момент, очень важный. Очень важный. Это момент создания системы ПРО-США. Начало. И мы долго уговаривали не делать это в Соединенных Штатах. Больше того, после того, как меня пригласили в
отец Буша-младшего, Буш-старший, пригласил к себе на океан, в гости. И там состоялась очень серьезная беседа с президентом Бушем, с его командой. И я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности. Несмотря на то, что официально говорилось Соединенными Штатами о том, что она создается против ракетных угроз со стороны Ирана. Этим же обосновывалось создание ПРО. Я предложил им работать втроем. Россия, США, Европа. Сказали, очень интересно. Меня спросили, ты серьезно? Я говорю, абсолютно. Я говорю, представь. May I ask, what year was this? Ну, я не помню, вот это легко узнать в интернете, когда я был в США по приглашению Буша-старшего. Ну, это еще легче узнать, сейчас я вам скажу от кого. Вот, и мне сказали, это очень интересно. Я говорю, только представьте, если мы вместе будем решать вот такую глобальную, стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические, даже политические, но... Мы кардинально поменяем ситуацию в мире. Говорит, да. Меня спросили, это ты серьезно? Я говорю, конечно. Нам надо подумать, мне сказали. Я говорю, пожалуйста. Потом сюда, вот в этот кабинет, где мы с вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ, и госсекретарь Райс. Вот сюда, вот за этот стол. Вот напротив, вот вы видите этот стол. Они сели с этой стороны, я и министр иностранных дел, министр обороны России с той стороны. Они мне сказали, да, мы подумали и мы согласны. Я говорю, слава богу, отлично. Но за некоторым исключением. So twice you've described US presidents making decisions and then being undercut by their agency heads. So it sounds like you're describing a system that's not run by the people who are elected in your telling. Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным. Ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что значит, наше предложение было отклонено, это факт. Тогда, именно тогда, я сказал, послушайте, мы тогда будем вынуждены заниматься ответными мерами. Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Он говорит, ответ был такой. Мы делаем не против вас, а вы делаете, что хотите. Мы исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю, хорошо, пошло. И мы создали гиперзвуковые системы. Причем межконтинентальной дальности. И продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных. Мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны, они у нас совершенствуются каждый день. Вот. Но не мы это сделали. Мы предлагали пойти другим путем, а нас отодвинули. Теперь по поводу расширения НАТО на восток. Ну, обещали же, никакого НАТО на восток. Дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом что сказать? Ну, на бумаге же они зафиксировали. Поэтому будем расширять. Пять расширений. И погрузили туда и Прибалтику, там, и всю Восточную Европу и так далее. И вот теперь по главному. Добрались до Украины. В 2008 году на саммите в Бухаресте заявили о том, что двери для Украины и Грузии тогда в НАТО открыты. Теперь по поводу, как там принимаются решения. Германия, Франция... Вроде были против, так же, как некоторые другие европейские страны. Но тогда, как выяснилось позже, президент Буш, он такой крепкий парень, крепкий политик, вот, как мне сказали потом, он на нас нажал, и мы вынуждены были согласиться. Вот смешно, как в детском саду просто. Где гарантия-то просто? Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? На них, видите ли, нажали, они согласятся. А потом они говорят, ну, Украина же не будет в НАТО, ты знаешь? Я говорю, не знаю. Я знаю, что вот вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? Ну, тогда вот нажали на нас. Я говорю, а почему завтра на вас не нажмут? И вы опять согласитесь. Ну, чушь какая-то. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору, но с кем?
Где гарантии? Никаких. Значит, начали осваивать территорию Украины. Что бы ни было там, я вам предысторию рассказал, как развивалась эта территория. Какие отношения были с Россией? Ну, там у каждого второго, третьего какие-то связи с Россией были всегда. И при выборах уже в независимой, суверенной Украине, которая получила независимость в результате декларации о независимости. А, кстати, там написано, что Украина нейтральное государство. А в 2008 году вдруг перед ней открыли двери или ворота в НАТО. Вот интересное кино. Мы так не договаривались. Так вот, все президенты, которые приходили к власти на Украине, они опирались на электорат, так или иначе, хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины. Это большое количество людей. И перебить этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно. Значит, к власти пришел Виктор Янукович. Причем как? Первый раз он победил после президента Кучмы. Организовали третий тур, который не предусмотрен в Конституции Украины. Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось в США. Ну вот шел спор между... In 2014? Нет, раньше. Нет, это раньше было. Значит, после президента Кучмы. Значит, победил на выборах Янукович, Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы. США поддержали оппозицию и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его. И к власти пришел в результате третьего тура. Представьте, что в США кому-то что-то не понравилось, организовали третий тур. Не предусмотрен в Конституции США. Но тем не менее, там это сделали. Ладно. Пришел к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо. Но мы и с ним наладили отношения. Он ездил в Москву с визитами. Мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Ну, западный так западный, пускай. Пускай люди работают, считают. Пускай ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине, независимо. Значит, после того, как он поруководил страной, ситуация ухудшилась, и к власти все-таки пришел Виктор Янукович. Может быть, он был не самым лучшим президентом и политиком, я не знаю, не хочу давать оценок. Но встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно. Ну, пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой. И потоком все на наш рынок. Сказали, нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной. Таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет, сколько потеряет. И объявил своим контрагентам в Европе. Я должен еще подумать перед тем, как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия оппозиции, поддержанные Западом, и все дошло до Майдана. И до госпереворота на Украине. So he did more trade with Russia than with the EU. Ukraine did. Ну, конечно. Yeah. Но даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времен Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки. И в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были. Совершили госпереворот. Хотя нам из Соединенных Штатов, не буду сейчас говорить в деталях, которые считают некорректным, но все-таки было сказано, вы там Януковича успокоите, а мы успокоим оппозицию. Пускай все идет по пути политического регулирования. Мы сказали, хорошо, согласны, давайте так и сделаем. Янукович не применил, как просили нас американцы, ни вооруженных сил, ни полиции. А вооруженная оппозиция в Киеве провела госпереворот. Как это понимать? Вы кто такие вообще?
хотелось мне спросить тогдашнее руководство Соединенных Штатов. With the backing of whom? При поддержке ЦРУ, конечно. Организации, в которой, как я понимаю, вы когда-то хотели работать. Может быть, слава богу, что вас не взяли. Хотя это серьезная организация. Я понимаю. Мои бывшие коллеги. В том смысле, что я работал в первом главном управлении, это разведка Советского Союза. Они были нашими оппонентами всегда. Ну, работа есть работа. Но технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. И здесь, конечно, политического руководства не заработало. Они должны, политическое руководство, должно было видеть, к чему это приведет. Итак, в 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать. Создали угрозу для Крыма, который мы были вынуждены взять под свою защиту. Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого все началось. Ведь же видеозапись, когда самолет наносит удар по Донецку сверху. Предприняли одну крупномасштабную войсковую операцию, еще одну, потерпели неудачу, еще готовились. И все еще на фоне освоения, военного освоения этой территории. И открытие дверей в НАТО. Ну как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это была бы преступная беспечность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство Штатов подогналось к черте, за которую мы уже не могли переступить. Потому что это разрушало саму Россию. И потом мы не могли бросить наших единоверцев и по сути, часть русского народа вот, под эту военную машину. What was so, but that was 8 years before the current conflict started. So what was the trigger for you? What was the moment where you decided you had to do this? Ну, спровоцировал конфликт изначально, спровоцировал конфликт госпереворот на Украине. Кстати говоря, приехали представители трех европейских стран, Германии, Польши и Франции, и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича, между Януковичем и оппозицией. Подписали свои, подписи свои поставили как гаранты. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования. В печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает. Я не знаю, знают ли что-то в США про этот договор между оппозицией и властью. И про гарантов, трех гарантов, которые вместо того, чтобы вернуть весь этот процесс на политическое поле, нет, поддержали госпереворот. Хотя смысла в этом бы не было. Никакого, поверьте мне. Потому что президент Янукович совсем согласился. Был готов на досрочные выборы, на которых у него не было шансов победить, если сказать по-честному. Не было шансов. Все это знали. Зачем госпереворот? Зачем жертва? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начало потом операции на Донбассе? Вообще, вот этого я не понимаю. Вот в этом и просчет. ЦРУ довело свое дело при реализации госпереворота. А, по-моему, один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на эту большую сумму чуть ли не 5 миллиардов. Но политическая ошибка колоссальная. Зачем это надо было делать? Все можно было сделать на самом деле то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В голубонько не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Но мы никогда не соглашались с расширением НАТО. Тем более не соглашались никогда с тем, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались с тем, что там будут базы НАТО. Без всяких разговоров с нами. Мы только упрашивали в течение десятилетия. Не делайте этого, не делайте того.
что послужило триггером в последних событиях? Ну, во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минских соглашений, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе. Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, там все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали, что подписывали, ну, уже в наши дни, там год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали это соглашение Минское, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос. Was there anyone free to talk to? Did you call a U.S. President, Secretary of State, and say, if you keep militarizing Ukraine with NATO forces, this is going to get, this is going to be a, we're going to act? Мы постоянно об этом говорили. Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединенных Штатов, европейских стран, чтобы вот этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять. Они сложные для Украины. Там очень много элементов как бы, независимости для Донбасса, для этих территорий было предусмотрено. Ну, это правда. Но я был уверен абсолютно, и я сейчас вам скажу, я искренне считал, что если все-таки удастся уговорить тех людей, которые на Донбассе живут, их надо было еще уговорить, возвратиться как бы в рамки украинской государственности, то постепенно, постепенно раны заживут, постепенно, постепенно, когда эта часть территории вернется в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия, все постепенно-постепенно срастется. Нет, никто этого не хотел. Все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить. И все дошло вот до этой ситуации, когда на Украине объявили, нет, мы не будем ничего. Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Do you think you've stopped it now? I mean, have you achieved your aims? Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей – это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Это одна из проблем, которые мы обсуждали. И в ходе переговорного процесса, который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале, но не по нашей инициативе завершился. Потому что нам, европейцы, в частности, говорили, нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов. Мои коллеги во Франции и в Германии говорили, ну как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор с пистолетом, приставленным к голове, к виску. Надо отвести войска от Минска. Ну, хорошо, мы отвели войска от Минска. Как только мы отвели, извините, от Киева. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась. И так, как она выглядит сейчас. Да. But what is, pardon my ignorance, what is denazification? What would that mean? Да, вот я как раз хочу сейчас об этом сказать. Это очень важный вопрос. Денацификация. После обретения независимости, Украина начала искать, как говорят некоторые аналитики на Западе, свою идентичность. И ничего лучше не придумала, как поставить во главу угла этой идентичности таких
ложных героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что в начале 19 века, когда появились теоретики независимости и суверенитета Украины, они исходили из того, что Украина независимая должна иметь очень добрые и хорошие отношения с Россией. Но в силу исторического развития, в силу того, что когда эти территории находились в составе Речи Посполитой, Польши, украинцев достаточно жестоко преследовали, изымали, пытались уничтожить эту идентичность, вели себя очень жестоко. Это все осталось в памяти народа. И когда началась Вторая мировая война, часть этой крайне националистической, ну так скажем, националистически настроенной элиты, она начала сотрудничать с Гитлером, полагая, что Гитлер принесет им свободу. И немецкие войска, даже войска СС, они самую грязную работу по уничтожению польского населения, еврейского населения отдавали как раз вот коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны, Бандера, Шушкевич. Вот именно этих людей сделали национальными героями. Вот в чем проблема. И нам все время говорят, ну, национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их давим. И в других странах их давят. А на Украине нет. На Украине из них сделали национальных героев. Им памятники возводят. Они на флагах. Их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо эту практику и теорию прекратить. Значит, конечно, любая нация, она выросла, считает там часть людей. Вот мы говорим, что я говорю, что это часть общего русского народа. Они говорят, нет, мы отдельный народ. Ладно, хорошо, если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право. Но не на основе нацизма. Правильно? Нацистской идеологии. Вот смотрите, президент Франции, президент... Would you be satisfied with the territory that you have now? Нет, сейчас закончим. Вы же задали вопрос по неонацизму и денацификации. Вот приехал президент Украины в Канаду. Это хорошо известно, но замалчивается на Западе. И представили в канадском парламенте человека, который, как сказал спикер парламента, воевал во время Второй мировой войны против русских. Ну кто во время Второй мировой войны воевал против русских? Гитлер и его приспешники. Выяснилось, что этот человек служил в войсках СС. Он лично убивал и русских, и поляков, и евреев. Войска СС, сформированные из националистов украинских, они занимались этой грязной работой. Президент Украины встал вместе со всем парламентом Канады и рукоплескал этому человеку. Как это можно себе представить? Сам, кстати говоря, президент Украины, еврей по национальности. Really, my question is, what do you do about it? I mean, Hitler's been dead for 80 years. Nazi Germany no longer exists. And so, true. And so, I think what you're saying is you want to extinguish or at least control Ukrainian nationalism. But how? How do you do that? Вот послушайте меня. Ваш вопрос очень тонкий. Можно я скажу, как я думаю? Да? Не будете обижаться? Of course. Он, казалось бы, тонкий, он очень противный, этот вопрос. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет, да, 80 лет. Значит, но дело его живет. Люди, которые уничтожали евреев, русских и поляков, живы. И президент, действующий президент,
сегодняшняя Украина аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя. Разве мы можем сказать, что мы целиком выкорчевали эту идеологию, если то, что мы видим, происходит сегодня? Вот что такое денацификация в нашем понимании. Надо избавиться от тех людей, которые эту теорию, практику оставляют в жизни и стараются ее сохранить. Вот что такое денацификация. Вот что мы под этим понимаем. Right. My question was a little more specific. It was, of course, not a defense of Nazis, neo or otherwise. It was a practical question. You don't control the entire country. You don't control Kiev. You don't seem like you want to. So how do you eliminate a culture or an ideology or feelings or a view of history in a country that you don't control? What do you do about that? А вы знаете, как вам не покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы все-таки договорились о том, что там есть это все в письменном виде, что на Украине не будет культивироваться неонацизм. В том числе будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины, как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацизм? Ведь нет, правда? Вот и все. Will there be talks, and why haven't there been talks about resolving the conflict in Ukraine? Peace talks. Они были, они дошли до очень высокой стадии согласования позиций, сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона, именно в Украине, выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца. Значит, и больше того, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Ну, как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи, значит, по поводу этого регулирования, но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог. Не так ли? Well, but you wouldn't be speaking to the Ukrainian president, you'd be speaking to the American president. When was the last time you spoke to Joe Biden? Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть там. You don't remember? No. Нет, а что, я должен все помнить, что ли? У меня своих дел полно. У нас есть внутриполитические... Well, he's funding the war that you're fighting, so I would think that would be memorable. Ну да, он финансирует. Но когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции. Естественно. И я, кстати, ему тогда говорил, я не буду в детали даваться, я никогда этого не делаю, но я ему тогда сказал, я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит на Украине, и отталкивая Россию. И я ему сказал, говорил неоднократно, кстати говоря. Здесь, я думаю, что это будет корректно, на этом я ограничусь. Можно, вы у него спросите, пожалуйста. У него вам легко, вы гражданин Соединенных Штатов, поезжайте и спросите. Мне некорректно комментировать наш разговор. But you haven't spoken to him since before February of 2022. Нет, мы не разговариваем. Ну, у нас есть определенные контакты по разли. Кстати говоря, вот помните, я вам рассказывал про мое предложение вместе работать по системе противоракетной обороны. Yes. Да. Вот можно спросить у всех, они же все, слава богу, живы, здоровы. И, значит, и бывший президент, и Кондолиза жива, здорова, и, по-моему, господин Гейтс, и сегодняшний директор Центрального разведуправления господин Бёрнс, он тогда был послом в России, по-моему, он был очень успешным послом. Они все свидетели этих разговоров. Спросите у них.
То же самое и здесь. Если вам интересно, что ответил мне господин президент Байден, ну, спросите у него. Ну, во всяком случае, мы с ним говорили. I'm definitely interested, but from the outside, it seems like this could devolve or evolve into something that brings the entire world into conflict and could initiate a nuclear launch. And so why don't you just call Biden and say, let's work this out? А что решать-то? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии там, различных ведомств. И я вам скажу, что мы говорим на этот счет. И что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение там, нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратите. Чего проще-то? Чего мне ему звонить? О чем говорить-то? Или о чем упрашивать? Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь. Пожалуйста, не поставляйте. О чем говорить-то? Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? Во всяком случае, они говорят об этом, и они стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Это очевидный факт. И думающие люди, ну не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, ну просто умные люди, прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Поэтому почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? У нас просто нету никаких интересов, одни угрозы. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. Абсолютно, это абсолютно исключено. Просто не надо быть никаким аналитиком. Это противоречит здравому смыслу. Втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения всего человечества. Это очевидно. Вот. И есть, конечно, средства сдерживания. Нам все время всех пугали. Вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие. Завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей. Для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель, как можно сильнее ослабить Россию. One of our senior United States senators from the state of New York, Chuck Schumer, said yesterday, I believe, that we have to continue to fund the Ukrainian effort or U.S. soldiers, citizens could wind up fighting there. How do you assess that? Причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем из Грузии. Ну, если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит, безусловно, поставит человечество на грани очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединенным Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории у вас нечем заниматься?
У вас проблемы на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с внешним, с государственным долгом 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься, нужно воевать на Украине. А не лучше ли договориться с Россией? Договориться уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и понимая это, все-таки начать вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к ее интересам и искать какие-то решения. Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее. Who blew up Nord Stream? I was busy that day. Nate, I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. Но у CIA такого алиби нет. Do you have evidence that NATO or the CIA did it? Вы знаете, я не буду вдаваться в детали. Но всегда в таких случаях говорят, ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много. Но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот это два компонента должны быть соединены. Кто заинтересован и кто может. But I'm confused. I mean, that's the biggest act of industrial terrorism ever, and it's the largest emission of CO2 in history. Okay, so if you had evidence, and presumably given your security services, your intel services, you would, that NATO, the US, CIA, the West did this, why wouldn't you present it and win a propaganda victory? В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты контролируют все мировые СМИ. И очень многие европейские, конечным бенефициаром крупнейших европейских СМИ являются американские фонды. Вам это неизвестно? Поэтому втягиваться в эту работу можно. Но это, что называется, себе дороже. Мы можем, just a moment, мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Yes, but here's a question you may be able to answer. You worked in Germany, famously. The Germans clearly know that their NATO partner did this, but they, and it damaged their economy greatly. It may never recover. Why are they being silent about it? That's very confusing to me. Why wouldn't the Germans say something about it? Ну, меня это тоже удивляет. Меня тоже удивляет. Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада. Иначе трудно объяснить и логику их действий или бездействия. Ведь дело не только в «Северном потоке-2», который взорвали. В «Северном потоке-1», который взорвали. Северный поток 2 повредили, но одна труба жива-здорова, и по ней можно подавать газ в Европу. Но Германия же не открывает его. Мы готовы, пожалуйста. Есть еще один маршрут через Польшу, Ямал Европа называется. Там тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его. Но Польша с руки клюет у немцев. Из общеевропейских фондов деньги получает. А основной донор в эти общеевропейские фонды – Германия. Германия кормит Польшу в известной степени. Хотя взяли и закрыли маршрут на Германию. Зачем? Я не понимаю. Украина, в которую немцы поставляют оружие и деньги дают. Второй спонсор после Соединенных Штатов по объемам финансовой помощи Украине – это Германия. Через территорию Украины два маршрута газовых проходят. Они взяли один маршрут и закрыли просто. Украинцы, откройте второй маршрут, пожалуйста, получайте газ из России. Они же не открывают. Почему немцам не сказать? Слушайте, ребята, мы вам и деньги даем, и оружие. Вентиль отвинтите, пожалуйста.
пропустите из России газ для нас. Мы втридорога покупаем сжиженный газ в Европе. Это роняет уровень на нашей конкурентоспособности экономики в целом до нуля. Вы хотите, чтобы мы деньги вам давали? Ну дайте нам нормально существовать, заработать в нашей экономике. Мы же вам деньги оттуда даем. Нет, не делают этого. Почему? Спросите у них. Вот что здесь, что в голове у них одно и то же. Там, потом, знаете, люди очень некомпетентны. Well, maybe the world is breaking into two hemispheres, one with cheap energy, the other without. And I want to ask you that. If we're now a multipolar world, obviously we are. Can you describe the blocks of alliances? Who is in each side, do you think? Послушайте, вы сказали, мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария. Одно отвечает за одну сферу деятельности, другая более креативная там, и так далее. Но это все-таки одна голова. Нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей. Они рассчитаны на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пока голова разделена на две части, это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, ну, в том числе честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить? Well, let's just give one example. The US dollar, which has kind of united the world in a lot of ways, maybe not to your advantage, but certainly to ours. Is that going away as the reserve currency, the universally accepted currency? How have sanctions, do you think, changed the dollar's place in the world? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальные, сколько там, по-моему, 3%, примерно 3-4, что ли. Вот, приемлемо для США абсолютно. Вот, а печатают-то бесконечно? Конечно. Ну, о чем говорит долг? 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то литературных выражений, но это глупость и огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы долларов сейчас. Все смотрят на то, что происходит, и начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничительные меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее, это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что бы у нас происходило? У нас примерно 80% до 2022 года в России, мы 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и в евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. Значит, а сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, это полная дурь, понимаете? С точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире.
Теперь у нас расчеты в... расчеты в юанях были, кстати, 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях. И примерно столько же, 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Думали, наверное, что все рухнет. А ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить, делают уже, рассчитываться за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов, вы спросите любого умного и думающего человека, в Штатах. Что такое доллар для США? Сами его убиваете. I think that's a fair assessment. The question is what comes next. And maybe you trade one colonial power for another much less sentimental and forgiving colonial power. I mean, is the BRICS, for example, in danger of being completely dominated by the Chinese economy, in a way that's not good for their sovereignty? Do you worry about that? Эти страшилки нам хорошо известны. Это страшилка. Мы с Китаем соседи. Соседи, так же как и близких родственников, не выбирают. У нас с ними общая граница, 1000 километров. Это первое. Второе, мы привыкли к совместному существованию на протяжении веков. В-третьих, внешнеполитическая философия Китая, она не агрессивная. Она всегда ищет, внешнеполитическая мысль Китая, всегда ищет компромисс. И мы это видим. У нас это вот следующий пункт такой, нам все время говорят, и вы сейчас попытаетесь эту страшилку изложить так в мягкой форме, но тем не менее, это та же самая страшилка. Вот объем сотрудничества с Китаем растет. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев, они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю. Но на рынок Китая стараются попасть, во что бы то ни стало. Особенно, когда у них сейчас они сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок. А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред. Вы делаете это себе во вред. Ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера. И простых линейных решений здесь нет. Так же, как с долларом. Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции, нелегитимные с точки зрения Устава Объединенных Наций, надо как следует подумать. По-моему, с этим проблема у тех, кто принимает решения. So you said a moment ago that the world would be a lot better if it weren't broken into competing alliances, if there was cooperation globally. One of the reasons you don't have that is because the current American administration is dead set against you. Do you think if there were a new administration after Joe Biden that you would be able to reestablish communication with the U.S. government? Or does it not matter who the president is? Сейчас скажу, но чтобы закончить предыдущий вопрос, у нас $200 миллиардов мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпинем, что в прошлом году, мы в этом году даже должны были достичь $200 миллиардов оборота торгового с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов. По китайской статистике $240 миллиардов, если в долларах все считать, у нас товарооборот с Китаем. И очень важная вещь. Он у нас сбалансированный, этот торговый оборот. И он дополняет друг друга. И в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный.
Вот. Ну а что касается БРИКС в целом, Россия стала председателем БРИКС с этого года, то там то страны БРИКС развиваются очень быстрыми темпами. Вот смотрите, дай бог памяти, чтобы не ошибиться, но в 92-м году, по-моему, доля стран семерки в мировой экономике составляла 47%. Так? Это в 92-м году. А в 2022-м она упала где-то до, по-моему, 30 с небольшим. Доля стран БРИКС в 92-м году составляла всего 16%. А сейчас она превышает уровень семерки. И это не связано ни с какими событиями на Украине. Тенденции развития мира и мировой экономики такими являются, о которых сейчас сказал. И это неизбежно. Это будет происходить дальше. Как солнце встает. Помешать невозможно. Надо к этому приспособиться. Как Соединенные Штаты приспосабливаются? С помощью силы. Санкций, давления, бомбардировок, применения вооруженных сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам. И нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень. Извините меня, даже если кто-то хочет уровень доминирования. Такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, они приводят к обратному результату. Это очевидный факт. Уже сегодня это стало очевидно. Вы меня сейчас спросили, а вот другой руководитель придет и что-то изменит. Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека. У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. И его там, в Штатах представляли каким-то там деревенским парнем, который мало чем соображает. Уверяю вас, что это не так. Я считаю, что в отношении России он тоже проводил достаточно, наделал тоже много ошибок. Я вам говорил про 2008 год и решение в Бухаресте об открытии дверей в НАТО Украины там, и так далее. Но это же при нем было. Он же давил там на европейцев. Но в целом у меня с ним были на человеческом уровне очень добрые, хорошие отношения. И он не дурнее любого другого американского или российского, или вообще европейского политика, уверяю вас. Он все понимал, что он делает. Так же, как и другие. У меня и с Трампом были такие наличные отношения. Дело не в личности лидера. Дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится, только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться. И вот смотрите, экономика Китая стала первой экономикой в мире по паритету покупательной способности, по объему. Они обогнали США уже давно. Потом США, так? А потом Индия, 1,5 миллиарда человек, потом Япония, на пятом месте Россия. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально, с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. Инструменты, которые США применяют, не действуют. Но надо же подумать, что делать. Вот если вот это осознание придет к правящим элитам, то да, тогда. И тогда первое лицо государства будет действовать в ожидании того, что ждут от него и избиратели, и люди, которые принимают решения на различных уровнях. Тогда может что-то измениться.
But you're describing two different systems. You say the leader acts in the interest of the voters, but you also say these decisions are not made by the leader, they're made by the ruling classes. You've run this country for so long, you've known all these American presidents. What are those power centers in the United States, do you think? Like, who actually makes the decisions? Я не знаю. Это Америка сложная страна, такая очень, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам не просто в этом разобраться. Кто принимает решение на выборах, там разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, и каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штатов. Да? Значит, двухступенчатая это выборная система, там очень сложно в этом разобраться. И, конечно, есть две партии, которые являются доминирующими, республиканцы и демократы, и там в рамках вот этой партийной системы центр, принимающий решения, готовящие решения. Потом, смотрите, вот почему в отношении России после развала Советского Союза были, на мой взгляд, такая ошибочная, грубая совершенно, необоснованная, ничем политика проводилась, давление. Ведь это политика давления, расширение НАТО, так, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны. Это же все элементы давления. Давление, давление, давление. Потом затягивание в НАТО Украины. Это же все давление. Почему? Я думаю, в том числе и потому, что были созданы, условно говоря, избыточные производственные мощности. За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано, и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство, надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, значит, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для борьбы, для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка. В том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостояние со Советским Союзом. Вот нужно от этого избавиться. Должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит. Вот Индонезия, посмотрите, как развивается. 600 миллионов человек. Вот куда от этого деться? Никуда. Надо просто исходить из того, что Индонезия войдет, она уже входит в клуб ведущих экономик мира. Как бы ни было, там кому-то нравится или не нравится. Да, мы понимаем, отдаем себе отчет в том, что в Соединенных Штатах, несмотря на все проблемы экономические, все-таки в Штатах нормальная ситуация и рост приличный. Экономики 2,5%, по-моему, процента ВВП растет. Значит, но если обеспечить вот будущее, да, то нужно менять подход к тому, что меняется. Как я уже сказал, мир все равно поменяется. Вне зависимости от того, даже чем закончатся события на Украине, мир меняется. И нужно это, понимая это, ну, в самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире. Сами ваши эксперты пишут, я их читаю просто. Вопрос только, как это будет происходить. Болезненно, быстро или мягко, постепенно. И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански. Просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. И для того, чтобы их оценивать и менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства. I just have to ask, you've said clearly that NATO expansion eastward is a violation of the promise you all were made in 1990. It's a threat to your country. Right before you sent troops into Ukraine, the Vice President of the United States went to the Munich Security Conference and encouraged the President of Ukraine to join NATO. Do you think that was an effort to provoke you into military action? Мы просто, я еще раз повторяю, мы многократно предлагали искать решение проблемам, которые возникли в Украине после госпереворота 2014 года мирными средствами. Но нас никто не слушал.
И больше того, украинское руководство, которое находилось под полным контролем США, вдруг заявило, что оно не будет исполнять Минских соглашений. Им там ничего не нравится. И продолжало военную активность на этой территории. И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами. Под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров, там по существу начали создавать базы. Вот и все. Но на Украине объявили, что русские являются, закон приняли, не титульной нацией. И одновременно принимали законы, которые ограничивают права нетитульных наций. На Украине. Украина, получив в подарок от русского народа вот эти все юго-восточные территории, вдруг объявили, что русские на этой территории не титульная нация. Нормально? Вот это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году вооруженным путем. Do you think Zelensky has the freedom to negotiate a settlement to this conflict? Не знаю, там детали, мне, конечно, трудно судить, но думаю, что есть. Во всяком случае, было это. У меня уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: «Ну, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик». Я не буду говорить, что он ответил. Это отдельная тема, я считаю это некорректным. Но что касается свободы выбора, почему нет? Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил. Он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом. Ну а потом, когда к власти пришел, на мой взгляд, понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами, потому что они агрессивные, очень активные, и от них можно ожидать чего угодно. А во-вторых, Запад во главе с Соединенными Штатами их поддерживает и всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией. Это выгодно и безопасно. Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей. But do you think at this point, as of February 2024, he has the latitude, the freedom, to speak with you or your government directly about putting an end to this, which clearly isn't helping his country or the world? Can he do that, do you think? Ну, а почему нет? Он же считает себя главой государства, он победил на выборах. Хотя мы считаем в России, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот. И в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной. Но он считает себя президентом, в этом качестве его признают и Соединенные Штаты, и вся Европа, и практически весь остальной мир. А почему нет? Он может. Мы же вели переговоры с Украиной в Стамбуле. Договорились же, он же знал об этом. Более того, руководитель переговорной группы, господин Арахамия, по-моему, его фамилия, он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии президента в Раде. Он же возглавляет до сих пор фракцию президента в Раде, в парламенте страны. Он до сих пор там сидит. Он даже поставил свою подпись предварительную на этом документе, о котором я вам говорю. Но потом он же публично на весь мир заявил: мы были готовы подписать этот документ. Но приехал господин Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут для того, чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновения с Россией. И мы, сказал он, согласились с этим предложением. Ну, посмотрите, опубликовано его заявление. Он сказал это публично. Могут они к этому вернуться или нет? То есть это вопрос, хотят они или нет. А после этого еще господин президент Украины издал декрет, запрещающий вести с нами переговоры. Ну пусть он отменит этот декрет, и все. Мы же не отказывались никогда от переговоров. Вот нам все время, мы слышим, готова Россия, готова. Да мы не отказывались. Они же публично отказались. Ну что же,
отпускает, меняет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда. А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, ну, мне кажется, что это нелепо и очень, ну, как бы сказать, печально, потому что, как сказал господин Рахами, мы еще полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну. Но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались. Где теперь господин Джонсон, а война продолжается? That's a good question. Where do you think he is and why did he do that? Да хрен его знает, зачем это, я не понимаю. Общая установка была, почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя. От самонадеянности и от небольшого ума, от чистого сердца, но не от большого ума. You've described the connection between Russia and Ukraine. You've described Russia itself a couple of times as orthodox. That's central to your understanding of Russia. You've said you're orthodox. What does that mean for you? You're a Christian leader by your own description. So what effect does that have on you? Вы знаете, вот, как я уже сказал, в 988 году князь Владимир крестил, сам крестился, по примеру своей бабки, княгини Ольги, а потом крестил свою дружину, а потом постепенно, в течение нескольких лет, крестил всю Русь. Это был длительный процесс, от язычников к христианам, много лет занял. Но в конечном итоге вот это православие, восточное христианство, оно глубоко укоренилось в сознании русского народа. Когда Россия расширялась и впитывала в себя другие народы, и те, которые исповедуют ислам, и буддизм, и иудаизм, Россия всегда относилась очень лояльно к тем людям, которые исповедуют другие религии. В этом ее сила. Это абсолютно однозначно. Вот, да и дело в том, что ведь во всех мировых религиях, о которых сейчас сказала, которые являются традиционными религиями Российской Федерации, России, по сути, основные тезисы, основные ценности, они очень похожи, если не сказать, они одинаковыми являются. Вот. Это все, да, и всегда российские власти всегда очень бережно относились культуре и вероисповеданию тех народов, которые приходили в состав Российской империи. И это, на мой взгляд, составляет основу и безопасности, и устойчивости российской государственности. Потому что все народы, населяющие Россию, в основном считают ее своей родиной. Вот если к вам, допустим, из Латинской Америки люди переселяются, да, или в Европу, еще более ясный и понятный пример, люди приходят, но они же пришли со своей исторической родины к вам, либо в европейские страны. А люди, которые исповедуют разные религии в России, они Россию считают своей родиной. У них нет другой родины. Мы вместе, это одна большая семья. И ценности традиционные у нас очень схожи. Как я сказал, это одна большая семья, но у каждого есть своя семья. И это основа нашего общества. И если мы говорим, что родина и семья конкретные между собой очень связаны, то так оно и есть. Потому что нельзя обеспечить нормальное будущее для своих детей, для своей семьи, если мы не обеспечим нормальное устойчивое будущее для всей страны, для родины. Почему в России так развит и так... The one way in which the religions are different is that Christianity is specifically a non-violent religion. Jesus says, turn the other cheek, don't kill. How can a leader who has to kill of any country, how can a leader be a Christian? How do you reconcile that to yourself? Очень легко. Если речь идет о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке.
на Донбассе. Вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее. Что касается религии в целом, она, знаете ведь, она не во внешних проявлениях, не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол. Она в сердце. И мы так, у нас культура такая человекоориентированная. И Достоевский, который очень известен на Западе, как гений русской культуры, русской литературы, много об этом говорил, о русской душе. Вот все-таки западное общество, оно более прагматичное. Русский человек, российский человек, он думает больше о вечном, думает больше о ценностях, моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но все-таки западная культура, она все-таки более прагматична. И это, в принципе, я не говорю, что это плохо. Это дает возможность вот сегодняшнему этому золотому миллиарду добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого. Я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено. И это, конечно... So do you see the supernatural at work as you look out across what's happening in the world now? Do you see God at work? Do you ever think to yourself, these are forces that are not human? Да нет, я, честно говоря, так не думаю. Я думаю о том, что мировое сообщество развивается вот по своим внутренним законам, и они вот такие, какие есть. От этого никуда не деться. И одним... Это так было всегда в истории человечества. Одни народы и страны поднимались, размножались, укреплялись, потом они сходили с международной арены в таком качестве, в котором они привыкли. Мне, наверное, не нужно приводить эти примеры, но начиная с тех же самых ордынских завоевателей, с Чингисхана и потом с Золотой Орды, заканчивая Великой Римской империей, уж в истории человечества, кажется, ничего такого больше не было, как Великая Римская империя. Тем не менее, потенциал варваров постепенно накапливался, и под их ударами Римская империя развалилась. Потому что варваров стало больше. Значит, они начали в целом хорошо развиваться. Ну, как мы сейчас говорим, экономически они стали укрепляться. И тот режим, который в мире был навязан Великой Римской империей, он развалился. Правда, разваливался долго. 500 лет. Этот процесс разложения Великой Римской империи шел 500 лет. Сегодняшней ситуации, разница в сегодняшней ситуации в том, что процессы изменения сегодня идут гораздо быстрее, чем во времена Великой Римской империи. So when does the AI empire start, do you think? Меня все в более сложные вопросы погружаете. Для того, чтобы ответить, надо быть, конечно, специалистом в сфере больших чисел, в сфере вот этого искусственного интеллекта. У человечества много угроз. Исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека. Да. Человека-воина, человека-ученого, человека-спортсмена. Ну, вот сейчас вот говорят в США, Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. What do you think of that? Ну, Маска, я думаю, что Маска остановить невозможно. Значит, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться. Надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канализировать, подчинять каким-то правилам. Человечество, конечно, думать должно о том, по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием вот этих новейших исследований и технологий в генетике, либо в искусственном интеллекте. Прогнозировать можно примерно, что будет происходить. Поэтому вот
тогда, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали, обладатели ядерного оружия, начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному тотальному уничтожению. Вот когда наступит понимание того, что беспредельное, бесконтрольное развитие искусственного интеллекта, либо генетики, либо еще каких-то современных направлений, остановить которые невозможно, все равно исследования будут, так же, как невозможно было скрыть, что такое порох от человечества, и невозможно прекратить исследования в ту или другой области. Эти исследования все равно будут. Но когда человечество почувствует угрозу для себя, человечества в целом, тогда, мне кажется, наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать. I appreciate all the time you've given us. I just got to ask you one last question, and that's about someone who's very famous in the United States, probably not here, Evan Gershkovitz, who's the Wall Street Journal reporter. He's 32, and he's been in prison for almost a year. This is a huge story in the United States, and I just want to ask you directly, without getting into the details of it or your version of what happened, if as a sign of your decency, you would be willing to release him to us and we'll bring him back to the United States. Мы столько сделали жестов доброй воли, что, мне кажется, мы исчерпали все лимиты. Нам никто на жесты доброй воли аналогичными жестами ни разу не ответил. Но мы, в принципе, готовы говорить о том, что мы не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. И когда я говорю партнеров, я имею прежде всего в виду представители специальных служб. Они в контакте между собой, и они обсуждают эту тему. И у нас нет табу на то, чтобы не решить эту проблему. Мы готовы ее решать, но там есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться. So typically, I mean, this stuff has happened for obviously centuries. One country catches another spy within its borders, it trades it for one of its own intel guys in another country. I think what makes this, and it's not my business, but what makes this difference is the guy's obviously not a spy, he's a kid. And maybe he was breaking your law in some way, but he's not a super spy, and everybody knows that. And he's being held hostage in exchange, which is true. With respect, it's true, and everyone knows it's true. So maybe he's in a different category. Maybe it's not fair to ask for, you know, somebody else in exchange for letting him out. Maybe it degrades Russia to do that. Вы знаете, можно как угодно говорить, что такое шпион, что не шпион, но есть определенные вещи, предусмотренные законом. Если человек получает секретную информацию, делает это на конспиративной основе, то это называется шпионаж. Он этим именно и занимался. Он получал закрытую секретную информацию, причем делал это конспиративно. Не знаю, может быть, его втянули, кто-то мог втянуть его в это дело. Может, он сделал все по неосторожности, по собственной инициативе. Но по факту это называется шпионаж. Поэтому здесь и все доказано. Ведь его взяли с поличным при получении этой информации. Если бы это были какие-то надуманные вещи, придуманные, недоказанные, то это была бы другая история. Но его с поличным взяли, когда он получал секретную информацию на конспиративной основе. Ну как, что это такое? Значит, повторю еще раз. But are you suggesting that he was working for the US government or NATO, or he was just a reporter who was given material he wasn't supposed to have? Those seem like very different things. Я не знаю, на кого он работал. Но повторяю еще раз, получение секретной информации на конспиративной основе называется шпионаж. Он работал в интересах американских спецслужб, каких-то других структур. Я не думаю, что он работал на Монако. Вряд ли Монако заинтересован в получении этой информации. Вот, ну,
это спецслужбы должны между собой договориться, понимаете? Есть определенные наработки там, есть люди, которые тоже, по нашему мнению, не связаны со спецслужбами. Послушайте, вот я вам скажу, сидит в одной стране, стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Во время событий на Кавказе знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу. Он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машины проезжал по их головам. Что это за человек? И человек ли это? Ну, нашелся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц. Вот сделал он это по собственной инициативе или нет, это другой вопрос. Ну, вот он... Да, он не просто журналист. Я повторяю еще раз, это журналист, который получал секретную информацию на конспиративной основе. Вот. Ну да, это другая история совсем. Я просто говорю про тех людей, которые находятся, по сути, под контролем властей США, где бы они ни сидели в тюрьме. И между спецслужбами идет диалог. Это должно решаться тихо, спокойно, на профессиональном уровне. Контакты есть, пусть работают. Я не исключаю, что и тот человек, о котором вы сказали, господин Гершкович, может оказаться на родине. Почему нет? Это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России. Но пусть и наши коллеги наших сотрудников спецслужбы на американской стороне тоже подумают, как решить те проблемы, которые стоят перед нашими спецслужбами. Мы не закрыты для переговоров. Более того, эти переговоры ведутся. И было много случаев, когда мы договаривались. Можем еще договориться. Но только надо договариваться. I hope you let him out. Mr. President, thank you. Мне тоже хотелось бы, чтобы он поехал домой в конце концов. Я говорю искренне совершенно. Ну, повторяю, диалог идет. Чем больше мы придаем огласке вещи подобного рода, тем сложнее их решить. Все должно быть. I wonder if that's true with the war, though, also. I mean, I guess I want to ask one more question, which is, and maybe you don't want to say so for strategic reasons, but are you worried that what's happening in Ukraine could lead to something much larger and much more horrible? And how motivated are you just to call the U.S. government and say, let's come to terms? Так, послушайте, я уже сказал, мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся. Это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединенных Штатов сегодня. Но это же очевидно. Правда? Я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то. Но мы же понимаем, да, что происходит. Финансовая поддержка, сколько, 72 миллиарда дали? На втором месте Германия находится, другие европейские страны. Десятки миллиардов долларов идут на Украину. Огромный поток идет оружия. Ну, конечно. Поэтому, скажите сегодняшнему руководству Украины, слушайте, давайте садитесь договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались. Sure, but you already said it. I didn't think you meant it as an insult because you already said correctly, it's been reported that Ukraine was prevented from negotiating a peace settlement by the former British Prime Minister acting on behalf of the Biden administration. So, of course, they're a satellite. Big countries control small countries. That's not new. And that's why I asked about dealing directly with the Biden administration, which is making these decisions, not President Zelensky of Ukraine.
Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Ну пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него. Найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого. Найдут это решение. Не мы же приняли это решение. Там приняли решение. Пусть они от него отказываются. Вот и все. Но они приняли неправильное решение. Теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения. Хвосты им там заносить. Корректировать их ошибки. Они совершили ее, пусть и исправляют. Мы за. So I just want to make sure I'm not misunderstanding what you're saying. I don't think that I am. I think you're saying you want a negotiated settlement to what's happening in Ukraine. Правильно. Но мы же добились этого. Мы создали компакт, большой документ в Стамбуле, который был парафирован руководителем украинской делегации. Там подпись его стоит. Ну, на выдержке из этого договора, не на всем, а на выдержке. Он подпись поставил свою. А потом он же сказал, мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс. Ну, упустили, совершили ошибку. Пусть вернутся к этому. Вот и все. Ну, почему мы должны суетиться там и исправлять чьи-то ошибки? Я понимаю, можно сказать, что наша ошибка, что мы интенсифицировали действия и с помощью оружия решили прекратить эту войну, как я сказал, начатую в 2014 году на Донбассе. Но я вас верну еще поглубже, я уже об этом говорил, мы с вами сейчас обсуждали это. Тогда вернемся в 91 год, когда значит, нам обещали НАТО не расширять. Вернемся в 2008 год, когда ворота в НАТО открыли. Вернемся к декларации о независимости об Украине, когда она провозгласила себя нейтральным государством. Вернемся к тому, что базы НАТО, и американские базы, английские стали возникать на территории Украины, создавать нам эти угрозы. Вернемся к тому, что госпереворот совершили на Украине в 2014 году. Ну, бессмысленно, правда? Можно вот этот шар катать туда-обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. А ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то? Do you think it's too humiliating at this point for NATO to accept Russian control of what was two years ago Ukrainian territory? Я же сказал, что пусть подумают, как сделать это достойно. Варианты есть, но если желание есть. Вот до сих пор шумели, кричали, надо добиться стратегического поражения России, поражения на поле боя. Ну, теперь, видимо, сознание приходит, что это не просто сделать, если вообще возможно. По моему мнению, это невозможно по определению. Этого не будет никогда. Мне кажется, сейчас осознание этого пришло и к тем, кто контролирует власть на Западе. Но если это так, если это осознание пришло, ну, подумайте теперь, что делать дальше. Мы готовы к этому диалогу. Больше того, ну ладно, это уже будет известно. Would you be willing to say, congratulations, NATO, you won, and just keep the situation where it is now? Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести. Или, точнее сказать, хотят, но просто не знаю. Я знаю, что хотят. Я не только вижу это, но я знаю, что хотят. Но никак не могут понять, как это сделать. Но додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это вот не мы довели, а наши партнеры, оппоненты до этого довели. Ну, хорошо, да, теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся. Да, было бы смешно, если бы не было так грустно. Вот, и это бесконечная мобилизация на Украине.
истерика, там внутренние проблемы. Ну, все это рано или поздно все равно мы договоримся. И вот что, знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Совсем приведу вам необычные примеры. Вот на поле боя происходят боестолкновения. Конкретный пример. Вот сейчас, секундочку, конкретный пример. Украинские солдаты попали в окружение. Это конкретные примеры жизни, боевых действий. Наши солдаты им кричат: шансов нет, сдавайтесь. Выходите, будете живы, сдавайтесь. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: русские не сдаются. И все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени какой-то элемент гражданской войны. И все думают, что на Западе, думают, что вот боевые действия навсегда растащили вот одну часть русского народа, другого. Нет. Воссоединение произойдет. Оно никуда и не делось. Почему украинские власти растаскивают русскую православную церковь? Потому что она объединяет не территорию, а душу. И никому не удастся ее разделить. Закончим? Или что-то еще? No, I think that's great. Спасибо. Thank you, Mr. President. Спасибо большое.